Здравствуйте, дорогие друзья! И снова мы с вами в Санкт-Петербурге, на Васильевском острове, в пространстве, которое называется Севкабельпорт. Из названия понятно, что это бывшее производство на берегу Финского залива с прекрасной панорамой, которую вы в видео увидите, где сейчас проходит одновременно очень много мероприятий. В эти выходные это был фудкор такой, много различных таких небольших забегаловок, так их скажем, где предлагали различные кухни мира, какие-то вкусные перекусы, некоторые были очень оригинальные. Кто-то проводил мастер-классы, вот вы видите, девушка проводит мастер-класс по рождественскому такому елочному украшению, как его компоновать. Кто-то просто предлагает свои товары, кто-то гуляет. В конце видео можно посмотреть фрагменты катка, который находится на этой же территории, где было много народу. Есть детская катальная горка, живые музыканты и в конце даже фрагменты дискотеки, которую проводила Мариана Импольская, диджей. А вот такое интересное место. Добраться от него можно или от станции метро Приморская, или Василеостровская, несколько остановок. А здесь интересно прогуляться и, в общем-то, можно провести весь день. Анонсы мероприятий, которые здесь проходят, можно найти в социальных сетях. Они есть у Севкабельпорта везде. И, глядя на эту афишу, вы можете выбрать то, что вам будет интересно. Для вас, для ваших детей, в принципе, для любого возраста. Ну, а то давайте прогуляемся, посмотрим, что сейчас нам предлагают такого вкусного. А это были и какие-то фермерские продукты российские, и продукты импортные, были продукты из Испании, например, достаточно много. Вот вы видите, какие-то интересные такие, например, был суп в таких стаканчиках из теста. Вот я, например, такого не видела. Очень много вкусных колбас, их все можно попробовать, продегустировать. Вот вы видите цены, которые успеваю иногда снять. Подробно интервью я практически не снимала, мне просто хотелось самой расслабиться, посмотреть без излишнего такого напряжения для себя и для тех, кто продает. Вот видите, вот, например, сыры из Испании, колбасы очень вкусные, хамон. Среди продавцов тоже очень много молодых ребят, с которыми приятно пообщаться, все расскажут, все покажут, дадут попробовать. Царит очень приятная атмосфера. А далее в видео мы переместимся в пространство под названием «Интеллектуальная барахолка», где продавалась и одежда, и обувь, и какие-то аксессуары. И в основном это все отечественного производства. Очень хорошего качества вещи. То есть слово барахолка — это не какой-то секонд-хенд, как на удельной в Санкт-Петербурге. Нет, нет, это новые вещи, которые производятся и частными какими-то предпринимателями вручную, и небольшими производствами. Очень интересные вещи. Вот как раз сейчас мы туда идем. Вот как вы видите, это, наверное, какой-то бывший цех огромный. И много интересного. Ну, я не буду особенно отвлекать далее ваше внимание своими комментариями. Просто смотрите, подробно я мало интересовалась, мало беседовала с каждым участником. Я просто хотела показать вам какую-то общую атмосферу Севкабельпорта, мероприятия, как они проходят. И почувствуйте, приходите, я думаю, что вам многим это понравится. А я поздравляю всех с наступающим. Оставайтесь на моем канале, друзья. Вы увидите еще много всего интересного.
Thank you.
Они же не дикие, это не дети. Не дикие, да? Нет. Это главное заблуждение всех людей. Правда? Что олени это дети. То есть они как коровы там уже культивируются? Да, конечно. У них же и свои... они прямо на мясо, что ли? Конечно. Олени вот у них разные лезвия, идет забой. Я вас сниму. Вы так много интересно рассказываете. Да. Так. Значит, Воркута. Это где-то на севере, да? Да, да. Оленина. Да, откуда начинается тундра. Вот так вот. Колбаса. Колбаса, да? Сервелат. Сервелат. Так. Тоже брусничная, это с брусникой, да? Конечно. С брусникой. Оленина тоже? Конечно. Все оленина? Все оленина, кроме пива. А, ну потому что у товарища, видите, написано оленина. Я думала, он тут, у него свое ноу-хау. Нет, это тоже сергеевский такой. Продают ленина. А, из мавзолея его достали, да? Конечно, да? Порезали. Никто не заметил его, доставили в Питер. Воркутинская оленина. Так, и сколько стоит? Сервелата по 1300. 1300 вот палка. Да. А, вот написано, да, точно, да. Точно, точно написано. А тут сколько? В сервелате, не помню, 300. Ну, это такая, не дешевенькая. А что пьем? А что пьем? Индийское пиво. Индийское. А как оно, север с югом сочетается? Индийское, конечно, пиво с, конечно, северными оленями. Противоположности, да? Притягиваются. Слушайте, ну а там, где олени-то, там что пьют? У них там и по всеми самогоны. Ну и где этот самогон фирменный? Ну. Что, не довезли? Не доезжает. Вот чувствуется, чувствуется. Так, а это вот на пробу, а да? Тут уже нет, не на пробу. Тоже, это все сырокопченая колбаса. Это сервелат, это сырокопченая колбаса. А здесь идет либо минс, филей, розмарин колбасы, либо с грубым помолом трех перцев идет вот уже так поострее. А сервелат она варёная, что ли? Ну, сыро варёная. Ну, типа того. Так, понятно. Четыре вида хмеля, три солода и двойная ферментация пива идет. Поэтому достигается крепости 8-2 градуса. Очень вкусовые рецепторы радуют такие. А вот откуда бельгийское пиво? Так это контрабанда? Бельгия? Контрабанда? А все как? Задекларировано. Да ты что? Да. Ну надо же. Официально, говорит. Ну надо же. Так, ладненько. Приходите, пейте. Как зовут продавца пива? Александр. Александр. Ура, ура. Сейчас фотографируйте канал. И как вы это привезли? А, так. Никаких секретов не рассказываете, значит, да? Это был Сирано, а сейчас будет Америка. Слушай, а чем отличается? Сирано 1.5 года выдержки, 90% на рынке Испании. Америка 2 года выдержки, всего лишь 10% на рынке Испании. То есть обычно он никуда не выводится, а остается в стране. А вообще, до скольки лет может хамон сохраняться? Сохраняться, в принципе, почти вечно. Вечность, да? Скажем так, да. Но он все время уплотняется и уплотняется, да? Да, то есть да, вода, да, идет, да, испарение, да? Угу. А для этого специально пожирнее берут? Да, у них специальный откорм. Специальный откорм, да? Угу. А только нога идет на хамон? Да, ляжка. Только ляжка. Только ляжка, да? А почему? Так завелось. Там так... больше всего мяса. А. Ага. И кость должна быть, да, собственно, к чему это мясо? Ну, естественно, в каждом живом организме есть кость, куда крепится мясо. Обычно молоко. Ага, слушай, ну вот интересно, да. Ладненько. А где это в Питере? Продается где-то вообще? Да, можете подписаться на наш телеграм-канал, кстати. Угу. То есть какой-то есть, что, магазинчик или что? Да. Лавочка? Да. Где? Сейчас он там был прошу. Переулок Крылова 5Б. Можете туда прийти, там вас всему угостят. Также можете доставку заказать. А, даже вот так, да? Понятно. Сырок. А это что в пакете? Это пармезан. А, пармезан такой, да? Угу. Ладненько, спасибо. То есть он так вот трансформируется, да, вот такая вязка. Как если интересно. Мы его вытягиваем, то он наоборот становится очень длинным. Угу. Ну и, соответственно,
соответственно, вариантов, как выносить, тут уже масса. Почему он будет здесь, не мешать, потому что он очень пушит. А он пушиться будет немножко, да, со временем? Он примерно такой, какой есть. Вот сейчас вот я его уже потрясла, то есть сильнее, вот этот вряд ли. Видимо, через колечко. Да, ничего себе. А это все ручная вязка, да? Я помогаю себе на машине, но я все равно считаю это ручной работой, потому что это долго. То есть это прямо все вы руками связали? Это все я связала, да. Бог мой. Смотрите, толщина нитки вот. То есть если представляете 100-граммовый моточек, там будет километр этой нити. И на такой палантин, вот 140 петель, я их сначала каждую набираю, потом все это провязывается, то есть машина, это не стиральная машина, в которую мы кладем, а потом мы не понимаем. То есть все равно это вручную все делается. И вы любите именно вот такого рода пряжу, да, то есть вот как-то козочка? Я вяжу разно. Это кит махер, да. Махер, да? Кит как ребенок. Нежный. А что это производство? Италия, да? Это все итальянский бобинный стоп. То есть, когда модные дома для своих коллекций делают заказ на определенные артикулы, определенные оттенки, бывают остатки. И вот наши девочки привозят, допустим, лот там какой-нибудь, да, там будет один такой, да, цвет, чуть-чуть вот такого, то есть буквально по одной-две бобины. А сами итальянцы из них, ну, тоже свитера, вот тоже широкие. Есть модный мир, вот все, что есть в модных домах, все коллекции связаны с итальянского кит-махера, преимущественно. Почти все. Это тоже там и шарфы, и платья. Вот это кит-махерный Сони, да? Вот это серый, вот такой вот серый, это Фабиано Филиппи. Это вот такие брендовые вещи. А насколько, ну, это, конечно, за индивидуально, в принципе, насколько он ноский? Бесконечный, да? Тут... Вот мой личный кардиган, я ношу 5-й год, вот сейчас все выстирано. То есть я когда связала, я все это обязательно стираю. А после этого все, вещь уже принимает ту форму, потому что петли должны расправиться, они должны лечь. Но тут надо уметь все это стирать, оно все такое так воздушное. Вот мой кардиган я бы могла перестирать вместе со всем вот этим в любой момент, да, потому что, ну, как бы... Ну, ручная, конечно. Ручная. Да. И вот я его достану, посмотрю, вот ничего с ним не происходит. Они не боятся зацепок совершенно. То есть вот мы можем зацепить, да, то есть мы все люди. И потом ее надо как-то потянуть, да, вот, и расправить. Да? Даже следа не остается. То есть аккуратненько потянуть. Главное, ну, главное не порвать вообще. Она, да? Не порвется. Не, ну, тут тоненький, да. Нет, понятно, что мы, хрупкие женщины, порвем все, что нам надо. Вот это вот из этой пряжи связано тут половинки. Просто сами попробуйте порвать. Ну, тянуть я буду держать. Ну, вообще нитка очень... А за счет чего она такая? Полиамидная основа. То есть нить полиамида внутри, она тончайшая, она невидимая, она тоньше волоса, то есть она прям микроскопическая. Потому что вообще никак. Да. Обычную шерстяную нитку все-таки ее подтянешь. То есть любой пух, он должен плестись на какую-то нить основы. Вот это полиамидная, бывает еще шелковая нить. Шелковая очень дорого, я не могу позволить себе скупить шелк, чтобы вот так вот просто на маркет прийтись. Поэтому это тоже дорогие пряжи, но это на полиамидной основе. Если эту нить попытаться разделить, то сейчас, наверное, трудно. Но она какая-то полупрозрачная, в зависимости... Она, как правило, в цвет идет. В цвет, да? Ну, ее не выделить даже. Но здесь, скорее всего, какая-то беленькая, наверное, да? Я думаю, что желтая. Обычно в цвет. Желтая, ну. Обычно вот как раз, когда кит-махер на шелковой основе, там идет разное. Вот если вот так отделять как-то... Вот она. Видите, толщина нити, на которой вот это все держится. То есть она почти тончайшая, тоньше волос. И поэтому она прочная. Ну, очень интересно.
так же красиво. Вот так. Хорошо, спасибо. So I'm headed to a dive.